Средства массовой дезинформации – правильное название для прессы подконтрольной правящей партии. Пытаясь очернить участников бельской голодовки, которые пошли на отчаянный шаг после рейдерской атаки Демпартии на город, портал «Телеграф МД» прибег к прямому и намеренному мошенничеству. Фальсификаторы отрезали часть видео телеканала БТВ, где голодающие заносят помещения, сложенные в коробку надувные матрасы, и представили дело так, будто речь идет о коробках с едой. Один из советников предлагает оператору БТВ снять коробки крупнее, чтобы было видно, что это не еда. Как раз эту часть вырезали преступники, а мошенничество – это преступление, чтобы представить дело в ином свете. В тот момент, когда коробки начинают распаковывать, видео обрывается. В общем, смотрите, что получилось у этих монтажеров. Фейк перепечатала Публика ТВ и сайт Вести МД. Здесь сними, чтобы не было. Что там, еда или что? А вот и оригинал видео, из которого резали моральные уроды. Не сочтите за оскорбление, так издеваться над теми, кто, защищая принципы, отказался от еды, не могут настоящие люди. Здесь сними, чтобы не было, что там еда или что. Давайте к насосам и печать. Ребят, всем вам вот так вот, давайте. Коробки эти не выкидывайте, пожалуйста. Вот, чуть-чуть.